Здравствуйте, друзья! Я думаю, не мне одному нравятся мультитулы вот такого вот плоского формата. Ну, вот это такой относительно дешевый мультитул. Вот эта штука уже достаточно дорогая. Она стоит вот 6 с копейками до 10 долларов, даже на AliExpress. Ну, думаю, в наших рядах нет никого, у кого бы не было всем известной карты выживальщика, один с в одном. У меня даже их два, вот это моя. А еще в кошельке лежит точно такая же, на подарок, если вдруг кому чего. А тут я нашел две очень интересных карты. Давайте мы их посмотрим. Мне кажется, уже карты совсем другого уровня. Вот. Смотрите. Вот эта вот компания Log Juice Essentials. Вот их страничка в Инстаграме. Вот здесь у них сайт, адрес сайта, где можно посмотреть, что они продают. Вот так это выглядит. Вот различные мультитулы. Ну, мне больше всего понравился вот этот. Но смотрите, цена. Цена 60 долларов. Это как бы непредельная цена. Ну, тут слева написано, что там поставляется паракорд, можно выбрать. То есть, все 5-10. Что вот это вот одно отверстие с пропилом, это сделано для открывания бутылок. Второе отверстие для более удобного удержания пальцами. Если кто-то это будет использовать противозаконно, ну, мы понимаем, да, что это на самом деле это кастет, то компания несет никакой ответственности. Обалденная штука. Что первый, что сейчас покажу второй. Вы знаете, только, к сожалению, моя рукожопость не позволяет сделать такие вещи себе самому, но если вдруг кому-то понравится, кто-то сделает, буду за него очень рад. А если кто-нибудь сделает так, что еще и мне перепадет, ну, даже не за бесплатно, то буду рад вдвойне. Но это так, лирика. В общем, вот такой интересный, да, девайс. Причем его можно докупить вот таким еще, посмотрите, тоже фото из Инстаграма, вот таким вот компасом. То есть классная штука. Посмотрите, кастет, открывашка, несколько вот пропилов, да, шестигранников, что-то там открывать, какие-то гайки. И, видите, DeWalt комплектуется, битка и такая, и такая. А второй, ну, очень интересный девайс, вот от фирмы Surfco. Но почему-то сайт surfco.com их не работает. Здесь один минус. Цена, смотрите, цена 32 доллара с копейками и доставка 39. Но видно по картинке, что аппаратик, агрегатик такой интересный. Вот так это выглядит крупнее. Вот, смотрите. Вот инструкция, то есть видим, что здесь опять-таки, да, различные отверстия под открывание каких-либо гаек, пила, какой-то стропорез, он же открыватель бутылок. Видите, также томагавк, топор, нож, скиннер и так далее. И наконечник для стрелы. Вот так это выглядит. Сейчас покажу кусочки видео. Но это совсем другой уровень, вы видите. Уровень цен. По мне это очень много. То есть 60, 70, 80, там 100 долларов. Причем это первое, что я вам показывал. Там некоторые экземпляры тех кастетиков стоят по 100 баксов. Это очень дорого. Но, смотрите, как это реально классно. Вот, теперь чуть видео. And you take this part out here. It comes in two parts. That's just a little rubber O-ring. But it's two parts right here. You carve in the woods. Or this one's actually just mounted in a dowel right here. But you can make a little tomahawk like this right here. Now, I probably should have picked a bigger tree. That was too easy. Check it out. It is still, I mean, there's no wiggle. No wiggle at all. I can't wiggle at all. Вот такие вот штуковины нашел. Так что, если что, тут все названия есть. Ищите в интернете. Ну, купить, наверное, вряд ли. А вот так вот посмотреть, прикинуть размеры и сделать самим, было бы очень интересно. Всем спасибо за внимание. До свидания.